Привет всем! Сегодня я хочу показать, как я сделал себе мини-дрильку, которой сверлю платы. Вот, для этого у меня здесь были такие вот вентиля на 12 вольт, вот, которые я снял со струйного принтера. Заказал в Китае патрончик, такие вот недорогие под разные сверла. Вот, как можно видеть. Вот. Значит, в комплекте шли вот этот патрон, вот эти насадочки и такой ключик. И был у меня, валялся старенький шприц на 60 мл, который я вот тут обрезал. И здесь. Вот. Ну, сейчас покажу, как оно получается и удобно получается дрель. Можно, конечно, сделать, потом попробовать вот сюда поставить кнопочку для включения-выключения. Вот и так получается, плотно вставляется. Вот. И получили мини-триль. Очень удобная. Ну, кнопку потом сюда вставим. Вот, сейчас покажем, как она сверлит. Итак, подключил я его к блоку питания своему, который опять же собирал из китайских запчастей. Вот, он у меня регулируется. Вот, сейчас я подал на 1,5 вольта. Вот, как видимо, он вращается. Так, сейчас. Добавляю напряжение. Слышно. Вот это мы ему дали 18 вольт. То порядка 0,07 ампера. Так, сейчас что-нибудь попробуем просверлить. Так, попробуем что-нибудь просверлить. Возьмем такую пластинку и отлично все сверлит. Пробовать и вырезать. Удобная дрелька. Все, спасибо за просмотр. Кому понравилось видео, ставьте лайк.